Всем привет! Мы на Ладоге. Это озеро в Карелии. По-старому Нева. Локация Шхеры. Играем турнир «Максимальный вес». Ловим атлантического осетра. Три поплывка, дно, моллюск. Используем наживку. Используем прикормку, моллюск, анисовое масло. По дну. Ну, шхеры, тут локация шхера у нас. Это если со шведского вспоминать, то это скалы в море, перевод со шведского. Мелкие островки, разделенные проливами. Еще со школы, наверное, помню. Фьорды и шхеры, которыми изрезаны все берега, как раз Норвегии, там, Швеции, в северных этих государствах. Вот там мы решили половить атлантического осетра. Ну и началось. Там лишнее я поудалял. Вот попадает сик волховский. Волхов, кстати, река как раз соединяет, вытекает из озера Ильмень, впадает в Ладожское, где-то 200 с лишним километров от той реки. То есть и в Волхове такой же сик, и вот в Ладоге такой же сик. Ладога находится, я уже сказал, в Карелии, на севере. Очень красивое озеро. Вот первый атлант пошел. Я обозвал этот ролик «Великолепная семерка». Клев был хороший. Вот сейчас мы что и наблюдаем. Вообще вот атланты. Как мы помним, в Греции это один из титанов, который небо держал. Допустим, в Питере, кто был в Эрмитаже или живет там, тут на портике. Там несколько, даже больше, конечно, семьи. Я не помню, сколько там атлантов. Изображают при входе, держащим небо. Ну и на Ладоге, вот здесь, на шхерах, тоже атланты, тоже держат, только держат шхеры. По блатному, по-моему. Много здесь атлантов. На этой локации, локации шхеры. Вот мы смотрим. Вес приличный. Не трофейный, правда. За трофеем нужно на каменный остров, скорее всего, идти. Там клюет атлантический вот это все как пореже. Ну, почаще попадает. Ну, по-моему, не знаю как. Почаще попадает трофеем. Атлантический осетр. Мы играем турнир «Максимальный вес», поэтому пошли не на трофей, который не каждый раз попадает, естественно, а на такой вес, которого нам достаточно для выигрыша турнира. И вечером вот Ладога попалась. Такой вид сига. И сигова рыбка тоже там водится. Ну, осетр по игре, по крайней мере, здесь довольно часто попадается. В данном ролике у меня вот 7 штук, и все семеро смелых, или великолепная семерка, как я назвал этот ролик, все победные. Не знаю, как с маленьким разом, да точнее знаю, я и с маленьким здесь выигрывал, еще дно другое было. То есть турнирчик такой неплохой, если он закрытый, то идти нужно, конечно, обязательно. Да и снасти, в принципе,
килограмм на 350, если выдерживать, значит достаточно. Крупнее здесь ничего нет, таряк нет. То есть играть можно вполне. Играть и выигрывать. Конечно, по столько победных я раньше не вытаскивал, но вот сейчас получилось. Естественно, с первого раза переиграть я не стал, а пошел только из-за того, что турнир закрытый. Ну, очки просто как игра есть игра. Хочется постоянно выигрывать, хочется побольше очков, как обычно, повыше разряд. Сейчас, в принципе, разряд и так высокий, но все равно. Всегда хочется больше. И в рыбалке, и в игре. В рыбалку. На этом симуляторе. Поэтому играем. Проводим свой досуг. Таскаем. Сик волховский попадается. И много атлантов в этот раз у меня. По-моему, столько, 7 штук за один турнир я раньше не ловил. 7 победных. Ну, кому-то посмотреть пригодится. Оставлю этот ролик. Поврезал, озвучил и оставляю. Вот, судя по шкале с едой, время подходит к концу. Мы продолжаем пользоваться этой шкалой, как своим. Шкала показывает, когда закончится. Вот 7-й плюнул в атланг. Заканчивается еда, заканчивается турнир. 7-й плюнул. И все, как увидим дальше, победные. Время подошло к концу, вытащить не успели. Но тем не менее, приостанавливаем вытаскивать, достаем спиннинг. Принимаем алкоголь, чтобы получить побольше очков. За победу. Вот очки вверху. Очки опыта. Убираем спиннинг. И смотрим. Почти в 3 раза получаем. Больше, чем за обычный. За обычного атланта такого примерно по весу. Но без алкоголя. А с алкоголем очки увеличиваются, соответственно. Вот наша табличка спряталась. Вот наши призы. Подарки. Теперь давайте посмотрим на турнирку. Вот все, что ниже этого выделено, это наш турнир. Вот они. Все осетры атлантические. На этом будем заканчивать. Будем на базу. До свидания. До следующего турнира.